мы поставили с вами елку, а сейчас будем наряжать. И, ребята, я неспроста в таворе, потому что у меня будет что-то даже очень похожее на видео Ланы. Если вы его смотрели, то, может, даже представляете, что будет, а если нет, то обязательно посмотрите, но сначала моё. Ладно, шучу. Ну а сейчас у меня будут правила, что если я падаю, то я начинаю наряжать елку. Нам же надо ее нарядить, а то поставить поставили, а украшать кто будет. Так что, ребят, за каждое падение будем с вами... тут никак, да? Я думала, я сейчас обхитрю все, но ладно. Будем по чуть-чуть, по кусочку наряжать елку. И знаете, я, честно говоря, уже часть смонтировала. У меня там получалось вообще записи, ну, по-моему, больше 4 часов. Аккуратно. Если что, падаю, я умираю, неважно. Сразу же вот идет кусочек, где я начинаю украшать елку. Поэтому, ребята, я хочу немножечко сейчас вам, ну, побольше объяснить, пока я не успела упасть и не успела вот умереть где-нибудь, например, на вот этой светяшке. Так что смотрите, я, честно говоря, уже смонтировала то видео, и, кстати, вы, наверное, уже видели кусочки из него, которые вышли вчера. Я надеюсь, что это было вчера, потому что я надеюсь, я не так долго монтировала это видео, чтобы выпускать его на следующий день. Ну, реально, записи было 4 часа, а на самом деле, ну, то есть, там вообще на самом деле было еще больше. Я собирала елку, украшала ее, ставила, готовилась к этому всему, ну, где-то, наверное, часов 6. Ну, короче, ребята, еще, наверное, приплюсуйте то, что я монтировала вот это вот, господи, как это долго было. Ну и, короче, я знаю, что у меня в итоге уже выходит, потому что кусочки уже у меня заранее готовы. Вот, поэтому не знаю, как это, конечно, будет выглядеть, это будет немножко странно. Да и я сейчас мало чего представляю, потому что у меня сейчас на часах без 20 минут 3 часа ночи. Это для меня очень большая редкость. Так, не знаю, почему я тут с вами болтаю, стою. Надо вообще-то идти, тавр заканчивается. Так вот, очень-очень-очень большая редкость, что, ребят, я записываю ночью. Ну, это как-то для меня не норма. Я не упала. Я не упала. Я осталась на этом же уровне, потому что мне нужно договорить еще очень-очень. Я обычно, ну, как бы, люблю поспать, да. Тут сейчас будут интересные факты от меня. И, так сказать, записываю не ночью. Это очень-очень-очень-очень редко, чтобы я записывала ночью. И сейчас, кажется, я упаду, и мы будем с вами, да, наряжать елку. Ну что, поехали! Знаете, ребята, кусочки довольно-таки короткие, потому что вырезать пришлось очень много, и, честно говоря... Оу, у нас новый уровень? Оу, ничего себе, так, подождите-ка, а я смогу сюда... Не смогу. Ладно, смотрим дальше. Я решила объединить там, по-моему, пингвины и звезда была, насколько я помню. Ну, слушайте, монтировалась, в принципе, недавно. Ну, как сказать. А как, простите. Я поняла, вот оно что. Ну, так вот, пока я тут стою, жива и невредима. Не знаю, насколько видео это выйдет и будет ли это сейчас долго. Короче, на монтаже уже, естественно, буду все вырезать. Вот. А как вы, наверное, заметили, я объединила, да, вот пингвины и звезду, потому что, ну, прям совсем маленькие кусочки. Да и что я вам тут, в принципе, объясняю? Я единственное хотела сказать, что вы, наверное, заметили, что пирожочек пропала. Дело в том, что она реально очень устала. На тот момент записи было, наверное, уже... Ну, больше половины, часа 2,5, наверное, может, даже 3, хотя не, вряд ли.
Вот, и она, честно говоря, зажарилась у меня в комнате, так как она привыкла жить на улице, и у нее, в принципе, там свой вольер, свой дом. Она сказала, что у нее есть свои дела, и она хотела бы пойти отдохнуть. Да, и у нее, в принципе, лапки, поэтому она не сможет помочь мне украшать елку. Поэтому я ее без проблем отправила домой. Вот. А смотрите, мы с вами прошли? Да, прошли, и это, по-моему, второй уровень, который мы с вами прошли. Я надеялась, что это будет немножечко дольше. Но, честно говоря, у меня там столько кусочков, что мне нужно просто каждую секундочку падать, чтобы это все попало на видео. Возможно, как я уже и говорила, что-то буду объединять, потому что, ну, реально там выходит очень много. Кстати, как вы, наверное, заметили уже на вот... В начале видео, вот это вот 4 или 5 минутки, что-то там около того получалось, что пирожочек очень пыталась помогать мне ставить елку, но, к сожалению, ничего не получалось. И знаете, я вот с ней елку только разбирала и доходила только до того, что я разбирала, ну, только игрушки. Вы это все, естественно, видели в прошлом году, и я дошла, ого, ребят, слушайте, вот так заговоришься, и можно весь тауэр пройти. Ну что, я думаю, мы идем в про, а я продолжаю, и то, что я сейчас упала, ну, как бы немножко не считается, но я думаю, за то, что я прошла, все-таки бонусом для вас сделаю еще кусочек. Вот, ребят, я вместе с пирожочком только убирала елку до того, ну, как убрала все игрушки, а саму елку я с ней не складывала. И как оказалось, когда я начала ставить елку, ой, чуть, вот опасно здесь, конечно, упасть. Вот то что-то новенькое у нас, интересно. Вот, и, короче, как оказалось, она боится елку. Так, а похоже, мы тут сейчас будем падать, я правильно понимаю? Нет, ничего себе! Слушайте, уровень шикарный, просто очень красивый, и мне даже, ага, нравится. Так, пытаемся понять, куда нам прыгать. Вот сюда. Слушайте, круто! Так, ну я сейчас тогда, получается, все пройду, надо падать, но я не хочу. Я не знаю, может, наверное, если у меня будет мало падений, я буду объединять уже те кусочки, потому что их реально, ну, около 15. А вот тот момент, когда я не умею проходить эту штуку, я либо не допрыгиваю... Ребят, вам просто, кажется, сегодня не везет на то, что я не падаю. Потому что буквально недавно мы Лане записывали видео, где мы прыгали в тавере, и серьезно, я сама не могла пройти ничего. Вот просто падала сразу за разом. Господи, как же страшно. Так вот, продолжая тему, то, что пирожочек боится елку, вы можете увидеть, что, ну, она сначала понюхала ее, там, приняла на своем, но я заметила то, что меня немножечко огорчило, вот я не знала этого факта, и, короче, во время записи я не могла следить за собой от третьего лица, и поэтому я вот как разложила все вот эти вот ветки елки, так разложила. А оказывается, она хотела ко мне попасть и, ну, то есть там дойти. Так, сейчас закончу и будем смотреть дальше. Дойти до меня, но ей мешали вот эти вот веточки. И слушайте, я, честно говоря, немножечко погрустила на этот счет, потому что все-таки было бы больше прикольных моментов с ней. Ну, я думаю, и так сойдет. Ребят, я сейчас заметила только что, что мы с вами сейчас были в протауре, и я даже не зная того, спокойно его проходила. Но, конечно же, упала, и здрасте, а что это тут такое? Это то, что меня сейчас будет убивать, похоже. Слушайте, ну что-то я не посмотрела, пришла в тавер, тут 40 секунд осталось, и знаете, я... Простите, что? Мне показалось, или кто-то вы... Это... Это что? Вы сейчас это видели? Ребят,
Подождите, не ускоряйте. Подождите, я даже время куплю. Мне очень нужно понять, что это такое произошло сейчас. Слушайте, я думала, мне показалось, но мне не показалось. Реально можно выйти из Тавра? Что? Насколько можно вообще за него выйти? Это что такое? Это мой интернет или что? Ребят, я не знаю, было ли у вас такое. Но напишите, пожалуйста, в комментарии, если это не у меня одно такое, потому что мне что-то даже не по себе. А вот и смерть, кстати. Да, я до этого падала, но я падала специально, как бы я знала, что я упаду. Так что смотрите продолжение, а я сейчас пойму, что к чему вообще тут. Да, ребят, короче, непонятно, вот так это выглядит, и почему-то именно на вот этом вот уровне. Ладно, знаете, мне теперь интересно, а может быть я смогу найти еще один такой уровень и попробовать с него упасть? Слушайте, это уже получается какое-то не видео новогоднее, а видео поиск сломавшегося уровня. Но смотрите, о боже, смотрите, у нас Тавр такой прям новогодний, такой холодный, обалдеть. Но, честно говоря, я вот этот вот первый уровень не умею проходить, так что сейчас будем умирать. И я, кстати, не могу по правилам, да, вот я не сказала, не могу ничего покупать. Поэтому вот, ну, кроме времени, естественно, тогда вот, когда мне нужно было прямо знать. Так что, ребят, смотрите, и мы дальше будем продолжать. Ускорил, слушайте, ну, мне кажется, я тут помру и не раз, отлично, так что мне, в принципе, это нужно. Я, честно говоря, уже сбилась, сколько раз я умирала и сколько раз мне надо умереть, поэтому вот где-то, возможно, тут мы будем заканчивать, а возможно, дальше, так что, может быть, даже прямо сейчас. Что-то я слишком много здесь умираю, да и ускорили дважды, так что пойдемте, наверное, в Pro Tower. Кстати, о чем я еще с вами хотела поговорить, это то, как вы наряжаете елку. Не, серьезно? Ну ладно, допустим. Вот, я хотела с вами поговорить о том, как вы наряжаете елку, нарядили ли ее уже, и самое главное, наряжаете ли ее со спины. Ну, то есть, если она у вас стоит вот где-то у стены, получается, как у меня, в принципе, то сзади вы ее наряжаете вообще или нет? Ну, вот просто тоже очень интересно стало, потому что я наряжаю. Ну, честно говоря, ну, все знают, что у меня очень много игрушек, и я, когда покупала их, то... Ой-ой-ой, этот уровень до конца не проходила, я еще не знаю, что будет дальше. А, так тут будет дальше. Ладно. И поэтому у меня очень много игрушек, очень большой запас, и поэтому я могу вот прям... Ой-ой-ой, опасно было. Вот прям наряжать все... сколько угодно!
Слушайте, ребят, не знаю, когда там закончатся вообще все эти кусочки. И, знаете, мне кажется, уже слишком много на видео, поэтому я сейчас объединю все кусочки в одно общее, в одну концовку, и вы просто посмотрите на это волшебство, которое у меня получилось. Ну, а заранее тогда хочу вам сказать сразу большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!